Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Ирина и канал Цветочная симфония. Сегодня хочу показать распаковку еще одной посылки из соседнего города. Тепло, хочется много новых цветов, поэтому заказываем и заказываем. Посылка шла всего лишь сутки. Это очень удобно, быстро. Отслеживаем на сайте Почты России. Как только она приходит, бегу получать. Потому что уж больно интересно. Заказала всего 3 цветка. Надеюсь, они мне понравятся. Сейчас быстро открываем посылку. Она такая объемная. Ну, легкая. Так она выглядит внутри. Немножко бумаги для того, чтобы не бултыхалась. И достанем цветочки. Так, все, коробку убираем. Все-таки продавец постаралась, решила их утеплить. Хоть у нас и 25-30 градусов, но ночь, наверное, еще прохладная. Человек, конечно, побоялся, что замерзнут. И решила девушка утеплить все это дело. За что ей большое спасибо. Вот, откроем, снимем утеплитель. Вот у нас пленка по QR, и здесь у нас подложка под ламинат. Она тоже используется как утеплитель. Сама ею пользуюсь. Мягко, удобно, но на разные толщины бывает. Потоньше и потолще. В принципе, даже тонкой достаточно. А уже если отправляешь на большое расстояние, либо прохладнее все-таки, да, и больше рисков, там можно использовать и фольгированный утеплитель, и более толстый, и несколько слоев. Так, вот такие у нас 3 растения. Одно, второе и третье. Ну что, начнем с маленького? Так, упакован плотный картон. Так, что это у нас за сюрприз такой приятный? Ничего не просыпается, все хорошо. Да, отлично. Вот, это Калатея Варшевича. Да, это она. Давно ее хотела. Попалась по приятной цене. С удовольствием ее приобрела. Так, следующее растение у нас. Конечно, я знаю, что здесь будет. Ага. Это еще одна из Калатеи. Это у нас Калатея Shine Star. И почему-то написано в скобочках Мариан. Уточню у продавца. Некогда было. То ли она сомневается в названии, не знаю. Вот такого плана у меня несколько Калатей. Мне очень нравится. У них листья крупные, расписные, красивые. Прям прелесть. Хорошая теленочка. Красивая. Замечательная растеха. Так. Сейчас еще одно. Здесь у нас будет альпиния варигатная. Когда Вес мне предложила разные варианты, мне понравился, где по той же цене можно приобрести маму с деткой. Конечно, я ее и взяла. Посмотрите, какая красота, какая прелесть. Такой у меня не было давно. Интересовался еще в прошлом году, но цены мне не нравились, так сказать. А это по очень приятной цене я попала. Я, конечно же, сказала себе, да, я хочу, я беру. Вот такая красота. Вот 3 девочки. Красавицы. Красавицы, красавицы. Калатеи 2 у нас. И альпиния. Очень довольна покупкой. И посылка на 5 с плюсом. Все замечательно.
Вот, что дальше буду делать? Значит, теперь моя задача проверить на крыща. И после этого все-таки я предпочитаю все-таки обработку для спокойствия души. Вот хотя бы разовую, да? Как-то вот именно с карантином я не дружу. Все равно все вот перепутывается, все переставляется, не получается у меня с карантином. Нетерпеливая. Вот, поэтому я предпочитаю обработать и в коллекцию через какое-то время. Вот такая красота. Ну и немножечко погодя, я обязательно пересажу свой грунт. Почему? Уже говорила, все-таки я люблю поливать, и когда чужой грунт, я его не понимаю, какой бы он там хороший ни был. Поэтому я пересаживаю свой. Всегда все проходит нормально. У меня агробалт, синий агробалт. Я им очень довольна. Поэтому все растет там. И добавляю разрыхлители. Вот, фокусируется. Вот такая у нас хорошенькая посылочка. Красиво. Красивая посылочка. Красивые растюхи. Вот, а на этом пока все. Всем хорошего дня. Подписывайтесь на канал. Ставьте пальчик вверх, вниз, кому как нравится, кому как хочется. Вот, и до следующих встреч. Пока-пока.